Этот платок или флаг был освящен в храм Бога Матери в Вифлееме, в Иерусалиме и в мечеть Ал-Акса. И любой человек, кто его наденет, и немножко хотя бы минута с ним побит, получает, как говорят священники, благословение Бога, чтобы он защищал его здоровье, охранял его семьи и исполнял его мечты. Я хочу подарить его библиотеке и вручаю директор этого прекрасного зала Надежда. Чтобы она была здоровая, и чтобы этот народ жил в мире, в радости, и осуществлял все свои мечты мирным путем. Спасибо большое вам. Спасибо. Еще это не все. Новогодние подарки из Африки, с Египта. Так как я представляю стран Азии и Африки в этой республике. Это Рамзес II, в одной из его войн, где он побеждал. Я хочу тоже в подарок, вот к чаю, вот уважаемая Яна Горская. Пожалуйста. Вот пакетик. И еще. О, конфеты тоже к чаю. Потому что... Это Надежде. Пожалуйста, это лично. Да. Такой же подарок для прекрасного режиссера, замечательного человека, который много фильмов уже сделал, и документальных, и интересных. И сейчас, 16 января, будет презентация его фильма про движение. Это европейский, французский, немецкий, чувашский, российский фильм. Фильм уже снят полностью и сейчас монтируется. И сегодня вы увидите анонс об этом фильме. Я ему хочу тоже этот подарок египетский подарить. И там, кстати, я забыл сказать, что вокруг этой кружки роспись на древнем египетском языке с пожеланиями здоровья, успехов, благополучия, радости и всех благ. Вот. Пожалуйста. С Виктором мы работаем давно. Знаю его как прекраснейшего человека. Я думаю, вы в этом убедитесь и увидите его работу. Настолько они благородны, настолько они хорошие. И носят характер такого патриотического. Я ему передаю слово. Издавна считалось, что Франция – это вторая Россия. В Париже есть дом шириной 1 метр. Всего. Очень много иностранцев приезжают именно в Берлин. Большой зал, много народу, русских и немецких, так как это все-таки русское произведение. Это стрит-воркаут Берлин, Александр Ильин. Sonst verbringe ich halt die Zeit, wenn ich Freizeit habe, halt viel mit meiner Familie, ist ja klar. Ja. Мы с доктором Басамом познакомились через Бога. Я уже более 15 с половиной лет не был на родину, и маму не видел. Недавно исполнилось 25 лет, как была разрушена Берлинская стена. И я в курсе, что вы принимали участие. Мне очень жалко, то, что я вот в течение 25 лет об этом более детально не написал. В кресле, на котором сидел Сталин, кто-то из них ножом вот щепку вот это отодрал. Вспомнить имя художника, имя скульптора великого, который это сотворил. Арка, которая находится сзади нас, названа Симферопольской в честь присоединения Крыма к России. Его зовут Ян Шрёдер. И что он поет? По-немецки? Нет, говорит, по-чувашски поет. Я смотрю, он уже где-то в Германии. Я физик от образования. Я буду строить там машину времени и будем назад